Мне очень жаль, Джимми, что твоя гнедая сломала ногу. Боливар не выдержит твоих. Давай, карабкай. Блин, как отсюда вылезти? Да как? Вот, давай с этой веревку дам. Да не надо твою веревку, давай. Давай веревку. Друзья, короче, кофе попозже. Сначала. Пахнет уже и... Да. Нет, это колбаска еще. Колбаска. Короче, итальянскую смесь берем, делаем. Лютый ветер, вы яйцо, селянка. И будет очень вкусно. Сработала еще одна жерлица на покосе, которая нас всегда кормит, на котором всегда щучка есть. Выехать не можем в озеро, большая волна. Ага. Так что вот. Саша, большая волна. Сашка говорит, не поедет, большая волна. Боится на снегоходе ехать. Да. Потому что по волнам плохо на снегоходе ехать. Лучше на лодке, наверное. У меня есть резиновая лодочка маленькая. Лодка вкусная, и так вот сделаем. Да, так что вот так. Ладно, все, сейчас кушаем, завтракаем и выдвигаемся уже на проверку жерлиц. Вот такой завтрак я для Сашки приготовил. Угу. Почему для Сашки-то? А потому что Сашка хотел кушать больше всех. Саш, ты же хотел кушать? Я вообще не хочу даже есть. Так что сейчас вот завтракаем, и все, уже на жерлицы, друзья мои. Очень вкусная была яишенка с мексиканской смесью, с итальянской. Сейчас идем, короче, проверять жерлицу первую. Дальнюю или вот эту ближнюю будем проверить? Давай с дальней начнем. Потом щуп эту 7-килограммовую где-то сюда. А, да. Ну, давай. Сашка вот вчера вот здесь вот боролся какой-то щукой. Непонятно. Она, короче, у него уже вста стындрила и ухерачила от него. Короче, он вчера не поймал нифига. Сейчас идем проверять покос. Жерлица на покосе. Жерлица на покосе. Она самая дельная. Она всегда что-то дает. Не пробил ты эту. Не пробил? Да. Голову. Ага. Есть? Есть, Ань? Тяни. Это что? Пожалуйста. Это что такое? Это твоя вчерашняя щука. Я не буду это трогать руками, друзья. Вот, приезжайте под озеро на рыбалку, вот такие щуки клюют, ё-моё. Пошёл ты, блин. Друзья, это вообще нечестно. Чего нечестно-то? Самотыки, блин. Вымотана. Я сказал, мои жерлицы эти кормиться, ё-моё. Ну давай посмотрим, что там у тебя. Что там у тебя? Есть что-нибудь или нет? Или... Ничего. Ничего нету? Не, ну, ничего нет. Жрал. Да не, ладно. Не, идет, я да вижу. Не, нету, ничего, я по леске вижу. Паш, ничего. Опять пенис. Ну ничего. Есть. Так. Надо было палочку, конечно. О, жуца выкинул. Смотри, какой. Кто на его, смотри. Да. Да. У меня есть катанги. Мы сейчас снимем. Да? Все. Нет. Есть контакт, товарищ Павел. Ага. Блин, хорошо так что-то сидит. Слышишь? Да, вообще хорошо прям. Давай, хорошо сидит. Сидит прям, я чувствую. Блин, дергается, это налим. Нет, это щука. Опа, а я тоже побольше, большая. Чем у тебя. Молодец, Пашка. Красавчик. Еще одна там сработавшая. Красавчик, еще сработавшая. Нормальная. Ну, так и лучница, наверное, да? Так и ложка, да. Давай, расщепляй ее, молодец. Давай, Феофан, проверяй. Эти, жиличку. Я же потому что она мерзла, поэтому не размотала. Разматывает, видишь? Видал? Ага. Что-то там есть. Посильнее, что-то. Есть? А, нет, нифига, да? Ну, кого там Саня вытащит? Пипец, блин, Паша. Нифига себе, живец. О, ладошка. Живчик такой небольшой, говорит, поставил. Небольшого, говорит, живчика. Наматывайся, она. Я неправильно. А что тебе не нравится? Нормальный живчик.
Друзья, смотрите, пока я тут цепляюсь, Паша поймал хорошего окуня, значит, здесь есть рыбка. Да. Слышь, а как мне? Блин. Да сейчас я все сделаю. Вот сюда продевай его туда, вот. Куда? Так вот, туда же надо продеть. Стой. Вот сюда. Вот. Давай эту фигню сюда продевай, раз. Раз. И вытягивай. Тихо. Еще Паша обнаружил. Да, она отжирается сейчас. Чисто, посмотри, главное, слышишь, чисто плотва, понял? Да, да, живет плотву выборочно. Плотвинная щука. Назовем ее. Так. Щучная плотва. Так, а где та рыба? Там осталась? Да. Щука. Да, наверное. Так, надо пакет найти какой-то. Друзья, засадил мне снегоход, ё-моё, блядь. Ага. Деятель, блядь. Yeah.
смог подняться в горку. Кто первый едет, такой наст еще снегоход держит. А второму, вон, видите, влево-вправо. Короче, мне тяжело. Вот, и, в общем, сейчас будем лопаты. Я, к сожалению, с собой не взял. Так что будем думать, что да как. Это еще не факт, что это последнее препятствие наше. Смотрите, и этот товарищ закопался, и я закопался. Оттепель мочила резкая. Мы не рассчитали. Оттепель. Я вон откапываю снегоход. Тут уже, не знаю, минут 40, наверное. Сейчас я не знаю, выскочу, если туда, что, как потом развернуться, я не смогу. Подожди. Помоги мне лучше.
Не хочу я тебе помогать, нахуй. Я себе буду помогать, нахуй. Помоги, блядь. О! Да я хочу, но я не могу, Паш. Нет, ты-то выскочишь, потому что с горы, ёпты. Все? Силы покидают? Не, у меня поедет. Он поедет. Так у тебя поедет, с горы-то поедет, на. А этот все. Поедет. Нахуй! Я ебать! А? Надо назад, вперед. Он тебя не поедет. Тебе вот ты вот мне помоги, я тебя сейчас вытащу отсюда. 3 секунды. Подожди, нет, стой. Да не. Давай! Вперед! Видал? Мускулы. Сейчас, короче, тебя вытаскиваю назад. Да, назад, нет, чуть-чуть, а я... Раскатаю тут и... Пай его налево и на озеро по лесу. Не-не-не, вот здесь, да, вот так и проедем, так и ехать. Да? По своему следу. Конечно, я там знаешь, что раз записывал? Давай, короче, сейчас вот туда. Подожди, стой! Слышь? Феофан, если урюхался, то урюхался по самой не балуйся. А? Сейчас, сюда, подожди, у меня в кармане-то нету. Назад. Да, назад, а вперед я выскочу. Ты меня сдерни, а он там повис просто, и все. Пошли. А, сюда его. Тихонуть. Вот мне мужики говорят, а как можно на снегоходе застрять? Не буду. Куда? Че? Куда я, Паш? Сюда его сейчас тащим. Так иди вдвоем, мы тут... Вдвоем, конечно. Пятером будет. Он же поедет. Стоп, нахуй. Стоп. И... Раз. Видал? И... Раз! Он же поедет нахуй сам, блядь. Иди сюда на лыжи, встань. Вот сюда. Тебе надо просто ехать, а я качаю, и все. И я даже если ты будешь сейчас мою качать. Ну, видишь, он забирается на след. Давай, веревку. Тогда... Что ты там? Давай, веревку. Паш, ну веревка-то у меня маленькая, не хватит. Короче, настроение тоже есть. Там снега нет. Воу-воу-воу, хорош, хорош. Вперед чуть дай. Чуть-чуть, блядь. Чуть-чуть назад. Хорош. Стоп. Чё это тут за залупа, блядь? Чё это за залупа? Как это открыл? Ага. Ну, чё, прикрепился? Нет. Вот так? Да. Тебя чуть-чуть надо сдернуть, и все. Да, мне чуть-чуть назад. Стоп, стой, стой. Подожди, погоди.
Че, давай попробую. Я тебя научил? Да, да. Ты развернулся на месте, да? Да. Ну и все, а что ты ссал-то? Ну я бы один был, я бы так не делал. Я бы нашел болото и, ну, ты понял, кругаля бы дал. Вот нахуй, вот так можно развернуться. Естественно, посмотри, все забито. Ну конечно. Че, это на коленях. На коленях, Паш. Дашка, сделай кадр, что я вот здесь стою. Смотрите, где я сидел на снегоходе. Там еще снега, еще сантиметров 40 под тобой. Да? И вон Пашкин стоит. Галстук не убираем, потому что надо ехать как-то до дома. Сейчас доедем. Что такое? Ну что ж, друзья, настало время уезжать из этого райского местечка. Паха был и есть хороший, как их зовут? Короче, хороший хозяин, приютил. Таежник я. Да, таежник он, да, лютый. Охрененный. Приютил, накормил, гонялись с ним на снегоходах, поделились опытом по рыбалке, по использованию снегоходов. Вообще опыта в этой, как его, в кайфе, в жизни, да? К жизни, любовь к жизни, блин. Короче, классно, где-то забурились. Короче, цель была не то, что рыбалка, а вообще познакомиться, потому что интересы одинаковые. Я, конечно, живу севернее его на 300 километров. Нет, ну не на 300, севернее я имею в виду. А 300 километров от него. Тяжело было доезжать, конечно, и мне сейчас назад будет тяжело ехать. Но вот собака у него вот такая вот, старенькая уже, старенькая такая, старенькая, тулая. Вот, хорошая такая Тула. Дрюня, передай привет, Тул. Дрюньке привет. Вот. Короче, вот, Пахин такой дом у него. Туалет, все как у людей. Все, молодец. Сдержит эти места в страхе. Не помогает лосям, не позволяет лосям сюда дойти, чтобы они здесь ничего не изгадили. Короче, отдохнули вот так вот. Посмотрите видео и уже оцените сами, что я тут вам рассказываю. Да, Пах? Да, давай. Не ставьте лайки, не подписывайтесь. Желаю вам здоровья в ручки, в ножки и туда трошки. И пахи тоже здоровья в ручки, в ножки и туда трошки. Все, давайте, друзья. Вот такие. А, вот, кстати, смотрите, я вон куда повесил. Я же ему привез, вот эту штучку. Полную батя сделал. Кстати, кому надо, звоните, батя сделает на заказ. Да, да, смотри, как классно. Вот мне как раз здесь не хватало вот именно вот этого вот совка и вот этой кочерги. Я все такой, с дома привезу, у меня у самого там есть кочерга. А я смотрел. Думал, что ему привезти? У него все есть тут, у него все схвачено. И такой, ага! Ладно, дрова оставляем. Все. Пах! Ты что там держишься? Сейчас я тебя вытащу. Нет, будем выдергивать, Паш, приготовься. Паша, будем выдергивать. Давай, выдерну. Давай! Давай! Посмотрел видео до конца? Молодец! Что дальше пойдешь делать? Бездумно потреблять контент или выделишь несколько минут на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему? Если выбрал второй вариант, прямо сейчас жми на этот квадратик с видео. Там вам подробно расскажут о том, как работает программка, наперед знающая все ходы в игре Lucky Jet. Данный способ бесплатный и не требует вложений. Однако, места осталось мало. Жми прямо сейчас.